Эта сказка тоже про мышку, которая хотела всех обхитрить. Она хотела сама ничего не делать, чтобы все делали за нее другие. И вот после того, как ее победила какая-то маленькая муха, она подумала, может, кого-нибудь крупного смогу обмануть, и решила прогуляться в поисках очередной жертвы. И сейчас вы услышите сказку о том, почему у лисы длинный нос, который раньше у нее был короткий, а у мышки ее длинные ушки превратились в короткие. Гуляет мышка и видит из-под земли торчит чей-то хвост. И говорит про себя: «Это кто там? Кто там?» И начала дергать за хвост. Выглянула из этой норы лиса. «Посмотрите, какой у нее раньше был смешной короткий нос!» Мышка говорит: «Ой, прости меня! Я подумала, что тут грибочек тяну. Знаешь, запасы-то на зиму нужны». Лиса говорит: «Что ты тут делаешь?» Мышка отвечает: «Я ищу себе соседа, чтобы зимой жить по соседству. Зимой очень плохо жить одной». Лиса согласилась: «О, ты права, мышка. Давай вместе жить». Мышка немного поколебалась, но решила идти до конца. И начали они жить вместе. Лиса говорит: «Мышка, такая маленькая, давай хозяйством занимайся, а я буду запасы готовить на зиму». Мышка обрадовалась и про себя подумала: «Ну вот, как хорошо». На следующее утро лиса попила чай и пошла добывать еду. А мышка лежит, положила ногу на ногу и поет счастливая: «Как хорошо для меня, ленивой мышки, нашла все-таки, кто будет за меня искать, находить еду, и все задаром, как радостно». Спит она целыми днями, ничего не делает, запасы зато проедает. Кушает лентяйка и кушает. Но как только почувствует, что скоро лиса должна вернуться, и начинает как будто что-то делать. За дровами сходит, печку затопит, чай заварит и кушать приготовит. Конечно, она большую половину сама съедала, а лисе почти ничего не оставалось. Иногда лиса приходила совсем побитая, хныкала, и ни с чем приходила. Редко когда с хорошей добычей возвращалась. Вот так они и жили до зимы. И вот наступила зима. А мышка все думает: «Ой, что ж делать-то? У нас запаса совсем мало. Мы зиму-то не перезимуем». И дорожку к себе протоптала, и оттуда запасы таскала к себе. И чтобы лиса не заметила, в старые мешки стала заменять еду. То сухой травы нарвет и положит доверху, то землю туда наложит в эти мешки. А лиса заходила, так трогала мешки, о, полные, и довольная уходила. Однажды лиса говорит: «Я завтра, мышка, пойду все-таки, наверное, в последний раз за добычей. Пропитания-то уже на улице и нет, уже холодно, и вообще ничего уже больше не найти». И мышка согласилась: «Конечно, ну ладно». И сама думает: «Пора уходить».
уходить от нее. И убежала к себе. Все остатки запасов забрала с собой. Она же жила рядом, тут, близко. На этот раз лиса пришла вся побитая, вся злая. Все болит. Ой, боже, пришла. А мышки нет, думает. Подожду ее. Никуда не пойду, на поиски еды хватит. Будем жить, чай пить с мышкой и рассказывать друг другу сказки. Запасы уж-то я набрала. Пошла в кладовую, там на месте все вроде. Довольная вернулась к себе, решила, пока ждет мышку, раны свои залечить. Сидит, зализывает их и поет. Я побитая лиса, я пришла издалека, домой пришла, ничего нету. Эта мышка ничего не приготовила, ни поесть, ни попить. И она пела таким плачевным, грустным голосом. И вдруг заметила, что вещей мышкиных нет. Лиса пошла в кладовую, чтобы поесть, ну, хоть чего-нибудь из запасов. Открыла один из мешков, а там одна трава, в другом мешке земля. И больше ничего нет. Она так рассердилась, что даже не знала, что ей делать. Выбежала из норы и давай кричать: «Мышка, я тебя сейчас поймаю, поймаю! Слышишь? Съем, съем тебя, съем!» И она побежала по протоптанной дорожке мышки и нашла ее нору и начала копать ее. Копает, копает, носом копает. Никак не может залезть в эту нору. Нос у лисы становился все длиннее. А у мышки уши стали маленькими. От крика лисы она своими когтями уши-то и закрывала. Где она когтями держала ушки, они у нее оторвались и стали у нее маленькие. И вот с тех пор у мышки уши маленькими стали, а лиса с длинным носом осталась, потому что все время до сих пор землю копает, все ищет мышку.